Всем привет! Мой прогноз на матч Барселона-Севилья. Что хочешь сказать по поводу этой встречи? Я считаю, что здесь не будет забито прям очень много мячей, там 5 и более. И, конечно же, я считаю, что фаворитом этой встречи является Барселона. Начну с того, почему в этом матче я считаю, что много мячей забито не будет. Моя ставка на этот матч — победа Барселоны плюс тотал меньше 4,5, коэффициент события 2,08. И я считаю, что 5 мячей в этом матче забито не должно быть, просто потому, что Барселона в этом чемпионате играет не столь результативно, как раньше. Ну и Севилья тоже показывает достаточно очень низовой футбол. 8 из 10 матчей в чемпионате Испании у Барсы тотал меньше 4,5 проходил, лишь не прошел в 2 матчах, когда они забили много мячей Спаньолу и Эйбору. Но Севилья все-таки более организованная команда и, я думаю, не должна позволить столько мячей пропустить. Когда они играют с фаворитом, да, то очень хорошо обычно защищается. Ну, так, к сожалению, не было, например, матча против Валенсии. Да, но я думаю, что в этом матче так произойдет. Ну и даже если смотреть по последним матчам Барсы, она обычно забивает там 1-2 мяча и после этого доводит игру спокойно до победы, лишний раз не напрягаясь. Во всех 4 матчах Барсы в Лиге Чемпионов тоже тут меньше 4,5 проходил. Последний матч вообще Барсе очень тяжело давались голы в Греции в Лиге Чемпионов, 0-0 сыграли против Олимпиакоса. Севилья тоже низовая команда. Во всех матчах Севильи в текущем сезоне прошел тотал меньше 4,5. Кстати, если брать Барсу, да, последних 5 матчей в чемпионате и вовсе тотал меньше 3,5 даже у Барса прошел. А Севилья же еще более низовая команда. Там во всех матчах в чемпионате тотал меньше 4,5 проходит. И, в принципе, я не знаю, что должно случиться, чтобы эта ставка не зашла, потому что даже в личных встречах между Барселоной и Севильей в последних 7 матчах тотал меньше 4,5 прошел. Ну, несколько слов о победе Барселоны. Барселона действительно фаворит в этой игре. Команда очень здорово выступает на No Camp на своем стадионе. В последних 7 матчах... Тут вставил ворон, летает. В последних 7 матчах на No Camp Барселона побеждает. Это 5 матчей в чемпионате, 2 матча Лиги Чемпионов. Делает это очень уверенно. Касаемо Севильи, наоборот. Севилья в гостях играет очень удачно в последнее время. 4 поражения к ряду, 3 из них в чемпионате. Еще одного Лиги Чемпионов Спартаку. Ну и в личных встречах тут огромное преимущество за Барселоной. Последних 6 матчей между Барселоной и Севильей, неважно, где бы они ни играли, Барселона побеждает. Севилья не такой серьезный соперник для Барселоны, как показывает история их противостояния. Поэтому такая ставка. Победа Барса плюс тотал меньше 4,5 за 2,08. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, переходите в мой паблик ВКонтакте, чтобы забрать дополнительные прогнозы, которые появляются здесь. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что в воскресенье там будет бесплатный прогноз, который не появится нигде. С тобой был я, Олег Соловьев. Увидимся в следующих видео.